Ну ты чё? Это очень, кстати, страшно. Не делайте так. Слышь, слышь, сними меня с балкона! А ты не можешь выйти, если я здесь стою, да? Ой, нет, девушка какая-то там смотрит на меня, ну, сзади. Реально стрёмно, она уже видно, что стрёмная. Надо звук погромче сделать. Ой, ща будет жаришка. Не хочу жаришку. Давай, давай. Давай разольку. Джуз, пнуть, я могу тебя пнуть, смотри. Пом. Ой, подожди, я тебя реально пнул. А, ну сходи еще раз. Это кинуть было. Ты в меня всё-таки играл? О. Ни хрена себе! Чё-то там найти. Ты чё, уже пошёл, что ли? Так аккуратней. Потихонечку. Ты лысая женщина, кстати. Ну, чё, тут чё? Надо чё-то найти, вон дрова какие-то валяются. О, я взял дрова, если чё. Ты чё, крафтить нужно, что ли? А чё это вот чё? За дети, как... Я ребёнка нашёл какого-то и взял только что его. Ну, съешь его теперь, надо откусить ему голову. Слушайте, у меня здесь, подойдите сюда, вот я отсвечиваю. Да, и тут проход наверх есть. Ох ты, фиг. Ой, ёжики. Да, сейчас начнётся, походу. Серёж. Вот, видите вот эту девочку, вот эту, её можно... А, её поменять можно? Нихера себе. А чё? Как ты так сделал? Ой, я поднял твою девочку. Там ещё записка лежит. Чё это было? Чё это было? Ёб твою мать! Не-не-не, ну Ой, я на кухню на какой-то. Я туда не пойду. Она там еще ходит, она смотрит. Подожди, она уперлась в стену башкой. Может, Сережа с ней пообщается? Че, найдет? Да хер. Я не знаю, пойду посмотрим. Да вот она идет. Здорово, здорово, здорово. Ты че, Идет? Ну ты че? Это очень, кстати, страшно. Не делайте так. Сережа вселяется что-то непонятное. Что, все бахнул, что ли? Что там произошло? Ну, чё, ну иди посмотри, ёпта, что там Сережа. Все, Сережа, все. О, я кукла, кстати. Ну нахера ж ты сказал, что ты кукла, ты напугать должен был. А ты не можешь выйти, если я здесь стою, да? Там еще и кукла, Джуз, ну нахер, пойдем. Слушай, а тут есть обход-то? Подожди, здесь же... У нас же ключей-то нету. Сережа, а ты за куклу играешь, что ли? За бабу играет или что? Я не знаю, что он там делает. А, вон, вон, смотри, идёт какой-то олух мелкий, иди сюда, смотри. Отпинай его. Что это? Смотри, это маленький Серёжа. Да его бревном, смотри, чё тебе надо-то? Ты чё, чё? Тебе на ручки взять, что ли? Да? О, нифига, кстати, я прыгать умею. Нихера себе он прыгает, реально. Прикольно. И что с тобой делать? Сейчас я закаю, чё, подожди. Надо по кругу ее как-то пустить. Не, стой, я за ней типа послежу, а вы прошмигните дальше. Вот сейчас она вышла на улицу, поднимайтесь. Ну иди, иди, давай быстрее, давай быстрее, го-го-го-го-го-го, наверх, наверх. Поднимайтесь, поднимайтесь. Дверь закрыть надо, ёп. Да закрой ты, ёп твою мать, вот, все. За мной баба эта бегает. Она уперлась в дверь. О, нормально орёт. Она летать начала. О, блин. Это она была? Вот это ангельский голосок. Она как Карлсон рычит и врезается в стены. Охренеть, блин. А вдруг она здесь не одна? А где она есть-то? Я не знаю. Я потерял ее, ребят. Блин, она рычит, как моя бабушка, когда... Она как трактор рычит, как карта. Когда челюсть свою стану не можешь найти. Да-да-да. Уёб твою мать. Нихера себе. Слышь, слышь, сними меня с балкона! Она за стенкой, кажется. Ты куда пошел-то? А, ты поменял. Она вон летает, у меня здесь, Дэн, спускайся, не ссы. Окей. Где она летает? Дэн, она исчезла. Она здесь, она летает! Она очень быстро летает, у меня здесь все закрыто нахер! Маленькая кукла бегает, я за ней бегу. Я ее сейчас догоню, где она? В подвале. Во-во, взял. Привидение с мотором. Зал не здесь. Ну, наверное, вот он зал. Она здесь, она здесь! Валим нахер. О, нормально, кстати, летает. Она на дизеле, что ли, работает? Да, походу, дело, да. Да ёб твою. Барахлит немножко движок. Она куда-то убежала.
Фу, я выбегаю, она из-за угла. Телесного цвета кукла, а у него пепельного. И что это значит? Пепельное, значит, все зашкваренное, да? Ну, походу дела, да. Я пока вам ключи найти хочу еще. В подвал. О, смотри, еще одна кукла. Ты все открываешь, что ли? Да. Нет, ну, у меня же ключ от дверей от этого есть. Это кто сейчас открыл, закрыл? Не знаю. Это она. Да ладно, она же ничего... Это она! Дэн! Чего? Еще одна кукла. Она на лестнице. Да мы, думаю, знаем, где тут лестница. Дэн, открой вот эту дверь. Так, надо, короче, обозначение. Где? Я читать не умею. Она идет на чердак. Читай записку пока быстрее. Я не нахер, да ёпта. После завершения ритуалов мы сожгли тела в подвале. Мы сожгли их в котле. Это гарантирует, что их дух перейдет в загробный мир. В котел в подвале нужно найти. Пойдем в подвал, я с тобой. Короче, нам все эти куклы нужно сжечь, наверное. Кто хлопает дверью? Да кто смеется? Тут еще одна записка. Какая-то. Ритуал передал духи мертвых девочки и двух кукол. Кукла с духом девочки будет удалена. Другая кукла будет помещена рядом с девочкой, и дух перенесется в ее тело. Мертвые смогут видеть и говорить через девочку. Это было очень тревожно для человека, который только что умер, но их семья быстро успокоит их. Ты меня кинул, что ли, пока я читал? Подожди, Дэн! Чего? Дэн, я случайно закрыл дверь и запер себя. Ну и сиди там. Ребята, она в зал идет. Она не сюда, она куда-то еще летит. Ножка стула ее гоняет, походу. Да, а кто кого боится? Ёб твою... Вот, все, беги, нахер! Беги! Только не в ванную! Беги! Наверх, на чердак! Что это такое? Она на чердак идет, она идет на чердак. Она на чердак идет, ёб твою сыпную! А что за мной-то, Она с тобой. Я полдома уже оббежал. Все, развернулась в сторону. Ушла в другую. Вот сволочь. О-о-о! Опять стерва! Так, подвал найти. Блин, ключ от подвала ищите. Да в смысле, ёб твою, налево! А-а-а! Нет! Беги! Я не могу! Беги! У тебя кукла есть? Есть кукла? Это тупик! Атмосферно, чтобы было. Я людей с тебя обратили. Вот в конце было особенно хорошо. Вот нотки прям были. Да где этот ключ сраный? Да хер его знает. Чат, где ключ уже, скажите, а? Может, он рандомно спавнится, наверняка. Так и есть, это же игра типа на... энное количество сеансов. Опа, смотри, а мы здесь не были. О. А вот и ключ. Ключ от чердака наверх, скорее. Где дверь-то была? Вот она. Ну, вот она. Сюда. О, лови. Лови. В смысле лови? Лови. Надо поймать все? Наверное. Так, все, хорошо. За мной. Иду. Так, у нас дрова есть, да? Все есть, спички, дрова, куклы. Так, давай в другую сторону, она быстрее летает! Кругом! Дэн, за мной нет? Да, не отвлекайся вообще. Бля, где подвал? Слушайте, мне кажется... Да я хер его знает! Эти куклы, это ее разведчики, короче. Да? Ну-ка, сука, стой! Пни ногой нахер, это мразь! Где-то здесь должен быть... Ну и чё, это наш подвал, по-моему, мы здесь гуляли уже. Ну, это наш подвал. Да? Да. Вот эту дверь открой, вот эта дверь была закрыта. Вот он котел! Закрой, а что она прямо сюда едет, что ли? Да, она едет. Выключи свет! Подвал. Свет выключи! Нет, стоп! Она исчезла! Свет выключи! Нет, она где-то опять гудит. Сука. Давай! Надо сжечь как-то! Чё, как сжечь? А вот тут. Воу! 8 помеченных кукол осталось. Ага. Ага, поехали. Все, поехали, понял. Помеченные бегают и так. Она, кстати, где-то тут летает. Ну, короче, как жёг. Когда ты уничтожаешь куклу, ей становится хреново. Ну, она орёт. Так, все, пошли искать куклы. Пойдем наверх. Можете а что, она прям здесь, что ли? Да хер её знает.
Так, а что нужно? Обычную куклу брать или необычную? Не-не-не, вот эти белые. Белые? Белые. Ну вон она бегает, смотри, стерва, сука. Только не говори, что тебя проработили. Да пиздец, блин. О, ключ выпал. Ключ, смотри, Дэн, ключи. Ну ключ мне уже нахер не нужен. Да как не нужен, ты не сможешь открывать двери. Она, кстати, теперь успокоилась и ходит пешком, Дэн, она идет пешком в подвал. Как бы все открыто уже. Кстати, прикольно. Чё прикольного-то? И опять дизель полетел. По-моему, она без трусиков, кстати. Возможно. Всё возможно. Тебе нужно искать маленьких белых ублюдков. Ну, вы мне должны помочь тогда. Ну вот, смотри, он сейчас по лестнице основной бежит. Да, ты тут... Блядь! Почему так страшно-то, блядь? Почему не сказали, что так страшно? Да не страшно. Игроки проигрывают против тьмы. Черт. О. Что это? Как кажется, да. Крепота, блин. Не, я все. Давайте в следующий раз продолжим, как это, блин. Не, ну игра прикольная, кстати. О, все, спасибо вам за игру, ребята. Да, спокойной, как говорится, ночи, не обосраться да, вам. Да, Дэн, наверное, до завтра уже. Пока, мужики. Все, да, давайте. Давайте, всем пока, всем спасибо.